Культиваторы, селки, опрыскиватели-разбрасыватели. Сельхозтехника самарского производства – достойный конкурент европейским аналогам. Наши машины закупает Белоруссия, Казахстан. В этом году новые разработки самарских конструкторов начнут поставлять и в Восточную Европу. Полпреду президента Михаилу Бабичу и губернатору Николаю Меркушкину рассказали, как происходит процесс импортозамещения на заводе. Все зеленые детали агротехники исключительно самарского производства. Скоро предприятие планирует выйти на новый уровень. Здесь уже приступили к строительству современного покрасочного цеха. У нас сейчас качество покраски очень высокое по отрасли. И что для нас важно, вот это введение нового цеха позволяет три раза увеличить склады, и кроме этого дополнительно дает площади на сборку. Мы в полтора раза расширяем сварочный участок. С открытием нового корпуса предприятие планирует в полтора раза увеличить количество выпускаемой продукции. Рынок сельхозтехники существенно вырос в прошлом году, но предприятиям все же необходима поддержка. В частности, стоит продолжить программу субсидирования отечественной промышленности, считают на заводе. Вопрос импортозамещения подняли и во время обсуждения транспортной инфраструктуры. Михаилу Бабичу и министру транспорта России Максиму Соколову представили три масштабных проекта: строительство Фрунзенского моста, реконструкцию Московского шоссе и строительство подъездных дорог к аэропорту Курумыч. На Московском шоссе сейчас меняют коммуникации. Здесь предлагают сделать ставку на отечественные материалы. В части импортозамещения очень много задвижек на водоводах. Вот мы предлагаем также поддержку, чтобы даже вот в этой части максимум использовать именно российского производителя и продукцию российского производителя. Если смотреть, наши задвижки Подмосковье изготавливает, и бельгийские в 5-10 раз дороже. В темпе идет и строительство Фрунзенского моста. Возводят опоры для моста через реку Самара и озеро Банное. При этом планируют использовать средства, которые поступят в федеральный бюджет от системы «Платон». Средства будут собираться в федеральный бюджет и потом доводиться на такие и аналогичные проекты в субъектах Российской Федерации. Поэтому чем больше объем работ будет выполнен, тем больше оснований будет для получения такого трансфера. К концу следующего года планируется завершить и реконструкцию Московского шоссе и транспортной развязки рядом с аэропортом. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.